Супер авторитетный, супер востребованный, супер уважаемый. Любой эпитет по отношению к легендарному Александру Тихонову можно употреблять с приставкой «супер». Четырехкратный олимпийский чемпион, он впервые приехал в Ульяновск посмотреть на участников первенства России среди ветеранов по летнему биатлону. База в Ульяновске отменная. Тренироваться и соревноваться – одно удовольствие. Мэтр слов на ветер не бросает. Это, наверное, один из лучших тренировочных комплексов в России. Я прошел сейчас по трассе, вышел на берег Волги. Ну, красота! Я скажу, при таких условиях, наверное, каждый год должен рождаться чемпион мира. Представители 17 регионов России собрались в Ульяновске на третьем первенстве России среди ветеранов. Среди участников и соседний Саратов с Татарстаном, и далекий Томск с Новосибирском и Екатеринбургом. Всего 48 претендентов на победу в 7 возрастных группах. Это новое достижение подобных стартов. Смысл в том, что маленькие дети даже пример берут с них, то что и вообще просто спорт этот доступен всем, любому возрасту, начиная от 12-летних до, у нас вот участвует по 65 лет, людей участвуют. Два соревновательных дня вместило в себя первенство России. Сначала индивидуальная гонка с четырьмя огневыми рубежами, затем спринт с двумя стрельбами, лежа и стоя. Конкуренция настолько велика, что только одному из участников удалось выиграть две золотые медали. 40-летний Вадим Трифилов из Ульяновска, двукратный чемпион. В спринте он победил своего партнера по сборной области Юрия Батманова, а в индивидуальной гонке всего на 1,5 секунды опередил соперника из Томска Алексея Тимошина. Роковой едва не стала стрельба на огневом рубеже, где ульяновец совершил 7 промахов. Не моя стрельба, я в этом сезоне на официальных стартах контрольный стрелял гораздо лучше. Ну, наверное, все-таки это другой уровень. Одно дело область, город контрольный, другое дело чемпионат России. Ответственность другая, цена промаха другая, оттуда все ошибки. Еще одним героем первенства России в ульяновской команде стал Сергей Бурмистров. Он выиграл золотую и серебряные награды. В целом же команда хозяев лучшая в неофициальном командном зачете. У нее 9 наград различного достоинства. У главных конкурентов саратовцев на одну меньше. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.